Всем привет! Сегодня у нас в выпуске Безликий хор, Скоростной пазл, Веселая РПГ, Оборона планет, Революционный экшен и трэша-трэша. Некоторые умудрились назвать Slenderman Origins самой лучшей хоррор-игрой из серии. Проверь, так ли это. Стань свидетелем жутких деяний Долговязова и спаси невинных детей от неизбежной расправы. Стоп-стоп! Если она неизбежна, как их можно спасти? Разработчики вечно порят херню. Пройди 4 уникальных локации с погодными условиями, разгадай загадки и, самое главное, не смотри в... не лицо Слендеру. Слайдер — это захватывающий пазл, в котором тебе будет необходимо передвигаться по вертикали и горизонтали, собирая бонусы и уничтожая пушки. Каждую секунду промедления проходящий лазер будет активировать турели и формировать щиты вокруг объектов, заставляющие молниеносно продумывать каждый угол передвижения. Battle Hat Legacy — это лучшая реализация RPG на Android, а все благодаря удобному управлению. Передвижение героя происходит за счет тапов в нужном направлении, а остальное — дело автоатаки. При желании цель можно сменить, выделив противника, и передвигаться дальше в любом направлении, попутно стреляя из лука или посоха. В игре обилие бесплатного лута, открытый мир, забавная графика и продуманный до мелочей сюжет, что не может не радовать. Planetary Guard Defender — это забавная и необычная экшен-аркада. После неудачного эксперимента над инопланетной формой жизни человечество оказалось запертым в кровопролитной войне с собственным творением. Твоя задача — оборонять планеты огромным космическим танком от постоянно растущих полчищ врагов, попутно собирая оружие, выставляя турели и ловушки. Skylanders Trap Team — это лучшая экшен-игра с революционной графикой для мобильных платформ, которой смогут насладиться обладатели последних серий Galaxy, Nexus 7, Nvidia Shield и прочей нищебродской техники. Небесные стены тюрьмы были взорваны, и самые кровожадные злодеи мира Skyland вырвались на свободу. Тебе предстоит отыскать их и поймать. Используя магические ловушки, ты сможешь переводить отловленных преступников на добрую сторону. Вопрос: нахера была нужна тюрьма? Открой десятки персонажей с уникальными способностями. Пройди интересный сюжет с невероятной анимацией, зубодробительным геймплеем и крутой графикой. Ну и приступим к трэшу. Разрешите представить вам Tickling Jens Feet. Да, это симулятор щекотания пят. Прошу прощения за видео, но другого нет. Оплатить 11,5 баксов за такое удовольствие не хочу. Вырубив подругу, мы будем щекотать ее для... Блин, даже не знаю для чего. Ни для чего. Короче, пошел я, ребятки, делать игру с пинанием хуй за 11 баксов. Такая игра чего-то достоит. А на этом у меня все. Вступай в группу, подписывайся на канал и ставь палец вверх, если он, конечно, ничем не занят. Это был обзор от Mob.ua, и я Трэш. До встречи.